Всем привет, делаю видеообзор односпального дома в районе Хинкон, Панган. Находимся мы на кухне, кухня очень хорошо оборудована, есть все необходимое, большой холодильник, всякие кастрюли, сковородки, там миксер даже есть с тостером, все очень круто, газовая конфорка. Но как примечание, а не как минус, кухня находится отдельно от жилья. Заходим сюда, здесь терраса. Небольшой вид на море, я даже им сказал, что достаточно хороший вид на море. При этом в этом резорте несколько домов, их где-то вид на море получше, где-то похуже. Там, где похуже, цена меньше. Заходим в спальню, есть вентилятор, шкаф, кондер, большущая кровать, столик рабочий и санузел. Так, заходим, смотрим санузел. Свет не включен, потому что там электричество не включили они. Ну, это все включается. Проверяю душ. Значит, слив под душем, но зона душевая не отделена, поэтому буду туда растекаться. В целом, приятный вариант. Вот. Рекомендую к бронированию, достаточно прикольное место. Тихо, спокойно, адекватная хозяйка. С вами был Лев из компании «Балцы мои».